Я директор сети туристических компаний Викинг Туристик. Мы находимся с вами в поселке Буаскен, регион Белек. Сейчас будем инспектировать отель Sensitive Premium. Это территория, бассейн, амфитеатр. Это вся территория, она небольшая, компактная. Терраса. Мы увидели, что новое. Но впустил. Главное, чтобы не остановился. Номер 1301 Family. Состоит из двух комнат. Комнаты разделены дверями. Вот одна комната. Здесь плазменный телевизор, монтированный в стену. Одна кровать, вторая кровать, центральный кондиционер. Вид у нас с окна панорамного на территорию. Покрытие здесь паркет, ванная комната, душ. Это вторая комната. Одна большая кровать, есть чайный уголок, телевизор плазменный. Центральный кондиционер, покрытие тоже паркет или ламинат. Балкон большой, вот он, тут хороший большой балкон с видом на территорию соседнего отеля и на крышу с боковым видом на море. Вот оно море. Здесь проходит вечерняя шоу-программа. Торговые центры. Здесь можно купить необходимые вещи. Спа-центр. Номер 1303, стандарт. Ванная комната. Она такая же, как и в Family. На пляже тоже у нас Wi-Fi. Есть практически душ. Программу, чтобы немного... Чайный уголок. Здесь также есть окно. В ванну. Можно видеть, что там происходит. Центральный кондиционер. Большой балкон с видом боковым на море и на территорию отеля, на крышу. И вот там море. Ресепшн отеля большой, светлый. Мы с вами спустились на минус первый этаж. Здесь находится главный ресторан, кафетерий. Все в таком же стиле, мрамор. Все очень свежо, красиво. Давайте посмотрим, что дают на завтрак быстренько. У нас есть буквально 2-3 минуты. Выпечка. Колбасы. Сырный уголок. Маслины. Еще маслины, оливки, с противоположной стороны всевозможные кремы, джемы, шоколад. Яичница, сосиски, яичница, яйца, картофель фри. Еще яйца, блинчики, каша, еще каша, чечевичный суп, много зелени. Здесь еще какие-то блюда. Ага, здесь пусто уже. Уголок мюсли, вафли,
конечно же, йогурты, молоко и маринованные фрукты. Подведем итоги по отелю Sensitive Premium. Он был построен в 2016 году. Отель семейный для молодежного отдыха. Есть реликард ресторана. Бесплатном, по предварительной записи. До моря 400 метров, где-то 2-3 минуты. Каждые 15 минут ходит шаттл. Номера у них отличные, есть у них стандарты, фэмили и сьют. Еще по отелю сейф бесплатно, мини-бар бесплатно, отель семейный, есть детский буфет, дискотека есть, есть анимация, есть русскоговорящие в анимации. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.